Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб рассказали об итогах, проделанной за отчетный период работы. Подробности далее. 2120 обращений поступило на минувшей неделе в межмуниципальное управление МВД России Люберецкое. На территории обслуживания ведомства совершено 21 преступление. Среди раскрытых дел – причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Грабеж один был зарегистрирован, раскрыт. Кража одна была из квартиры раскрыта. Незаконный оборот наркотиков. 6 из них, 2 хранения, 4 сбыта. На территории Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона произошло 5 пожаров, в том числе и лесной. В результате происшествий никто не пострадал. Огонь причинил вред только имуществу граждан. 24 августа в 11:30 Люберец, 8 марта, дома 18, корпус 1, «Газель». Обгорел кузов по всей площади, пострадавших нет. И 26 августа в 00:53 поселок Томильна, улица Некрасова, дом 12, автомобиль Land Rover обгорел по всей площади. За отчетный период в единую диспетчерскую службу ЖКХ городского округа Люберцы поступило более 3000 обращений. Большинство вопросов касалось водоснабжения и оплаты коммунальных услуг. Управление ЖКХ продолжает вести мониторинг обращений по тематике уличного освещения. За неделю от жителей округа поступило 35 заявлений. Основная доля – это Люберцы, 20 обращений. Краскова 5, Томильна 5, Малаховка 4 обращения и Октябрьский 1 обращение. С 5 сентября вызовы пожарных, скорой помощи, аварийной газовой службы, направленные на короткие номера 01, 03, 04, будут поступать на единый номер 112. Телефоны полиции 02 и 102 пока остаются в прямом доступе. Переадресация вызовов вводится для удобства заявителей и сокращения времени реагирования экстренных служб. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.